Всем добрый день, с вами Айден, спасибо, что кликнули по этому ролику. Сегодня у нас новая серия, в которой мы раздаем людям деньги. И сегодня я раздам двум школьникам по 200 рублей, и их задача будет закупиться исключительно в одном магазине. Вот в этом магазине, как по мне, самых дешевых товаров во всем мире, это в Ашане. И самое главное, чтобы эти товары были полезны в быту, в реальной жизни, то есть не просто какие-то безделушки бесполезные, чтобы они покупали, а тот, чей набор будет лучше, решать только вам, вот по опросу, который появится в конце этого ролика, уже когда ребята закупятся. И вот с минуты на минуту они уже подойдут, поэтому давайте наберем 25 тысяч лайков под этим роликом за первый час. И новый конкурс объявляю, в этот раз я все продумал, не кричите на меня. Пишите в комментариях ссылку на вашу страницу ВКонтакте или Инстаграм, как я могу с вами связаться. И после этого, через 2 дня, я рандомно выберу 2 комментария. Каждому из комментариев мы подарим по 1000 рублей. Вот на этот раз такие условия. Поэтому пишите комментарии, и нужно еще поставить лайк, кстати говоря, и быть подписанным на мой канал. Ну все, ребята, подходят. Давайте, выпуск, надеюсь, будет супер интересный, поэтому смотрите его с удовольствием. Так, пацаны, ну что, вы готовы закупаться? Смотрите, раздаю вам по 200 рублей, сейчас разменяем по дороге, и вы идете сейчас в Ашан. Заходите только с разных входов, чтобы вы случайно не встретились вместе, все-таки магазин не такой уж и большой, и разгуляться там, в принципе, негде. Все, погнали, пойдемте. В предыдущем выпуске мы устраивали батл между 2 школьниками, кто больше селфи с блогерами соберет, и вот по результатам голосования вы решили отдать победу вот данному претенденту Максиму. Максим, и поэтому сюрприз бокс твой. Спасибо. Пользуйся, наслаждайся. С победой тебя, я пошел. Спасибо. Пока. Ребята, минута внимания. Прямо сейчас вы узнаете, на что потратили 200 рублей ребята, а я вам могу сказать, на что можно потратить 200 рублей, не выходя из дома. Это сайт rambox.ru, где вы открываете коробки с подарками, в которых содержатся разные-разные подарки. Например, MacBook, Nintendo Switch, много-много всего остального. Те подарки, которые вы в скором времени получите себе по почте с доставкой. Как видите, я закинул 4000 рублей, открою несколько коробок сейчас, ну а вы можете бесплатно открыть, здесь есть функция за 0 рублей открыть коробку, нужно всего лишь авторизоваться через ВКонтакте на Ранбоксе, подписаться на их паблик ВКонтакте, поделиться записью и как минимум пополнить 1 раз счет, и еще получите 20%, ну просто куча акций всяких разных. Тут есть айфончики и все остальное за 1500 рублей. В принципе, все товары в этой коробке довольно-таки неплохие. Нажимаю открыть коробку. Серьезно, за 1600 рублей я выиграл PlayStation? Кстати, в паблике ВКонтакте победители присылают свои товары, что им все дошло. Я даже решил связаться отдельно и спросил, дошли ли тебе подарки. Роман ответил, что все ему дошло. Еще на сайте Rambox появилась клевая функция создания своих коробок. Вы можете создать свою коробку и получать 5% от ее открытия вашими друзьями себе на счет. Это клевый кэшбэк. Выбираю ее стиль, хочу сделать ее красненькой. И добавляю вам сюда Sony PlayStation, айфончик на 128 гигов, Nintendo Switch. Создаю свою коробку, пробуйте, открывайте. И регистрируюсь по моей ссылке в описании. Rambox дарит вам 50 рублей бесплатно и бонус 20% на первое пополнение счета. То есть косарь кидаете, 1200 получаете. Все логично, ссылка в описании, а мы смотрим выпуск. Be like me. Be like me. Be like me. Be like me. Я возьму тархун, он стоит 12 рублей. Сейчас мы будем брать сухарики. Вот такие дешевые. Я возьму вот такие сухарики с гусем. За 24 рубля. Для начала думаю взять попить. Думаю, мохито. Люблю мохито. Теперь думаю взять мороженое. Вон там мороженое. 12 рублей. И я возьму вот эти вот наушники за 50 рублей. И возьмем вот такой вот коврик за 85 рублей для мышки. Думаю, сейчас взять какую-нибудь шоколадку, не знаю. Вот за 16 рублей. 16.
чем мы сможем за 12 рублей взять булочку с грушей. И я возьму жвачку за 16 рублей. Бабугам за 13 рублей. Беру чипсы. Русская картошка. 20 рублей. Думаю, вот эти вот. 25 рублей. Так, вот ребята пришли, мы видим их наборы, они разложены здесь. И давайте начнем с набора Лёши. Лёша, рассказывай в двух словах, что ты приобрел. Мохито напиток. Мохито. Ну, давай попробуй хотя бы глоточек. А вы, ребята, напишите в комментариях, пробовали ли вы когда-нибудь напиток мохито, и как он вам по вкусу. Нормальный? Пить можно, окей. Это что у нас? Чипсы. Ну, каждый школьник любит чипсы пожевать, да? А то вот вы писали в комментариях, типа, вот, они не покупают чипсы, вот чипсы, пожалуйста, русская картошка. Ну, вкус, я думаю, всем знаком, и не будем, в принципе, это все распаковывать. Мы видим пирожки, два пирога с мясом, ашанские пироги, в принципе, могу сказать, что они весьма неплохие, но попробовать, конечно, хотелось бы. Мясо чувствуется нормально? Да. Они теплые хотя бы? Ну, в микроволновке можно разогреть. То есть пирогами двумя, в принципе, можно вполне себе наесться. Дальше, как я понял, из еды пошел десерт. Расскажи нам, что вот это такое? Это пончик с шоколадом. В Ашане, кстати, очень вкусные пончики. Нормально? Можно есть? Да. Окей. Следующий десерт. Пористая шоколадка каждый день. Вкусная? Окей. Дальше мороженое у нас тут есть вот такое. Но я думаю, потом мы попробуем, в принципе... А то у тебя сейчас все вкусы смешаются. Крем-брюле. Кстати, весьма неплохой для фирмы каждый день, да? Мне кажется, такое свеженькое, выглядит неплохо. А, жвачка, что не можно сказать. Ну, такая чупа-чупс, да, баблгам. Красивая, можно жевать. Это что такое? Носки. Носки всегда нужны. Белые, короткие. Все как надо, 25 размер. Наушники, сломались. Послушай по звуку, как они хотя бы распаковывали. Затычки, да, так, такого формата наушники? Достаточно хороший звук. Нормальный? Реально нормальный? Вот такой, ребят, набор у Алексея. Если он вам понравился, то проголосуйте. Но сейчас мы переходим к набору Арсения. Посмотрим досконально, что он приобрел, и попробуем. Так, Арсений, твоя очередь презентовать свои товары. Давай, пожалуйста, посмотрим, что ты приобрел. Первое я взял лимонад Тархун. Тархун, пробуй. Раз взял, пробуй. Пить можно. Можно пить, окей. Слоеная булка с грушей. Угу. Ой, прям слоится, ребят, прям аж кусочки слоя падают на пол. Нормальный? Вкусно, да. Окей. А дальше ты купил сухарики, это, как я понял, сухарики такой... Сухарики с гусем. С гусем даже? Ну, мне кажется, уже все пробовали. А, окей. Ну, ты пробовал хотя бы? Да. Нормальные? Угу. Я вот, ребят, не пробовал, напишите в комментариях, пробовали ли вы сухарики с гусем и каково это вообще есть гуся. Мне реально очень интересно. Я не упрашиваю лайки и комментарии, мне реально это просто интересно. Так, жвачка. Кстати, такая вот весьма... Мне нравилась в детстве такая жвачка. У каждого, наверное, такая была. В принципе, понятно, там разные вкусы. Конечно, каждый день химозная, но тем не менее, ладно, пойдет. Дальше я взял коврик для мышки. Так. Ну, обычный черный коврик. У тебя мышка дома, да, есть? Да. И обычный черный коврик тоже будет полезен в быту. Угу. И последний и товар. Дальше наушники. Ну что по звуку, только честно говоря, как по качеству. Честно, это ужасно. Ужасные наушники, понял. В общем, вот такой у нас выпуск получился. Сверху здесь будет опрос, вы голосуете за того, кто является победителем. Ребят, помогите мне, пожалуйста. У меня нет фантазии придумать, какой приз мы будем отдавать нашим победителям. Один раз только я придумал, а потом как-то не пошло. Не забывайте про конкурс, оставляйте комментарии и ссылку, где с вами можно связаться. И через 2 дня мы подведем итоги, и 2 человека получат по 1000 рублей на свой там счет Киви и Сбербанк и так далее. Поэтому в конкурсе участвуйте, мы выберем рандомно через программу. В следующем выпуске будут результаты. И обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, потому что сегодня я ставлю лайки всем подписавшимся
захожу на ваши профили, только если ваши профили, конечно же, открыты. Поэтому, пожалуйста, ссылочка на Инстаграм в описании, и здесь вот на экране она виднеется. Пожалуйста, давайте активнее, подпишите, хочу 10 тысяч подписчиков. Ну, такая мечта у меня есть, пока только 2. Вряд ли мы, конечно, что-то соберем, да, ребят? Вряд ли я соберу свой Инстаграм, но ничего, надеюсь, что ребят помогут. Все, всем пока, всех люблю, увидимся скоро, удачи, подписка, колокольчик, лайк, 25 тысяч. Все, давайте.